7 мая казахстанцы отметили День защитника Отечества. Это праздник стойкости, чести, мужества, праздник героев, сердца которых наполнены бескорыстной любовью к родине и своему народу. В Восточно-Казахстанской области эту знаменательную дату отметили торжественно и с особым почетом. В Левобережном парке была представлена выставка военной техники. Подробнее о мероприятии расскажет моя коллега Тамир Искабаева. На выставке, посвященной Дню защитника Отечества, были представлены различные виды боевых машин. Танк Т-72, парадная одежда, а также вооружение. Цель мероприятия, проводимого войсковой частью 27943 ко Дню защитника Отечества, патриотическое воспитание подростков города Усть-Каменогорска и ознакомление с военной техникой. Пользуясь моментом, от своего имени и от имени всего Усть-Каменогорского гарнизона поздравляю с профессиональным праздником всех представителей вооруженных сил Республики Казахстан. На мероприятии выступили творческие коллективы города, хор департамента полиции Восточно-Казахстанской области и воинские части. Также на сцену с показательными выступлениями вышли бойцы, продемонстрировавшие зрителям навыки ведения боя, отличную физподготовку и отработку приемов. Всех, значит, казахстанцев, восточно-казахстанцев хочу поздравить с праздником Дня защиты Отечества. Пожелать всем, значит, хорошего настроения, здоровья, благополучия в семье. В торжественном мероприятии принял участие аким города Усть-Каменогорска Жаксылы Комар. Он поздравил лучших офицеров и солдат воинских частей и вручил благодарственные письма. Праздничное собрание продолжилось военно-патриотическим концертом. Тамир Искабаева, Мира Схатулы, Алтай, Ахпарат.